هذا الكتاب متوفر في المكتبات المصرية. Книгу Рахмона «Таджики в зеркале истории» презентовали на египетском телеканале CBC Extra News, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Таджикистан. По сообщению пресс-службы, книга «Таджики в зеркале истории» была издана в Каире на арабском языке в 4 томах. 25 декабря 2018 года в программе «Это утро» египетского телеканала CBC Extra News была презентована книга лидера нации Мамали Рахмона. Книга была представлена телезрителям во время прямого интервью посла Таджикистана в Египте Хусрава Назири, ведущей программы Асме Мустафа, говорится в сообщении. Эксперты объясняют, это неординарное событие тем, что таким образом таджикские чиновники проявляют изобретательность в желании заслужить довольство Рахмона. Это уже далеко не первая книга, якобы написанная Рахмоном или о Рахмоне, переведенная на иностранные языки и презентованная за рубежом. Напомним, что летом текущего года заместитель председателя Союза писателей Таджикистана Ато Мирхаджи сравнил президента Рахмона с пророком Исой, мир ему.